Сообщение о краже контейнеров поступило в отдел полиции 10 января. Правоохранители осмотрели место преступления и опросили местных жителей. Выяснилось, что 4 января двое подозрительных мужчин увезли контейнеры на грузовом такси, чтобы сдать в пункт приема черного металла. По показаниям водителя грузовика, полицейские составили описание воров и определили, где они живут. В отдел полиции были доставлены двое жителей поселка Строитель, которые дали признательные показания. Выяснилось, что ранее они уже были судимы за схожие преступления. Предварительная сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей. Один контейнер нашли и изъяли. В настоящий момент проверяется причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».